Но на этой карте еще можно поиграть. Вот, ну, да, если будут другие попадаться старые, то лучше выйти из игры и заново на их находить. Ну а с кем? Просто лучше планы идут. Просто очень хочется с него поиграть. Сокровище получил? Нет. Странно, я же подобрал. Я, может, потому что был мертвый. Когда убиваешь врага, а сам не дохнешь. Он прыгает в клетке. Вот, бац. Где шторм? Или песчаная буря, как там это правильно называется? Ханфин. По-моему, он... Через 5 минут после игры начинается, а сейчас только почти 3 прошло. Блять, я же уже в сторону отбежал. Yeah, друг с другом замочили. Бля, наверху тусуется. Мне плохо видно эту точку, блядь, которая показывает прицел. Поэтому я часто промазываю. Да, я иногда даже вообще не замечаю. Ой, сокровище. Не, а я не получил. Потом, да, я тоже не получил, просто взял и начну. Вон внизу, чувак. Я замочил помеченного. 6-7, вот видишь, статистика у меня почти равная. Вот это уже нормально. Хотя, ну, конечно, может, что лучше же играть, чем раньше. Конечно же, лучше было бы убийств больше, чем смертей. Во, шторм, по-моему, начинается. Да-да-да, во, пошло дело.
Все в укрытие. О-о-о. Мне кажется, мне еще никто не попал. Во, мы с чувак... Я чувака замочил и сам сдох. О-о-о. Респаун, респаун. Они наверху. Замочил. Есть один. ДДТ какой-то там. Блять. Чуть повыше надо было. Замочил. Отлично. Три медали подряд. Охуенно. Вот это круто. Само собой позволяет. Блин. 1-12-15, капец. Ладно.